Hello, everyone! Всем привет! Итак, тут внезапно группа Falling in Reverse выпустила песню и клип с названием Рональд. Давайте сейчас посмотрим, что там Ронни сделал. И тут должен быть фит, точно, Алекс Террибл должен быть, и еще один рэпер. Я здесь вставлю имя, потому что я забыла, как его зовут. Но почему-то в названии этого не написано. В общем, давайте сейчас узнаем, что они там опять придумали. Evil and never no demon designer, the opposite of a divine? No! Yes. The hell is in front of you, set him behind. I can feel every sign of a human decline. Believing the time is upon us when all of our people are blind. Yo! Rain, saw it falling from a tower's dead plane. Head bang, Mandalay Bay Hotel out of lead cane. Sex change could get you caught up in death's range. He played same, but really imitating Ed Gein. How do we get this way? Nigga, that shit to say, when we get this way. Haven't affected this, you wanna make a bitch to gain. My son's mom, when God, it was really wrong. I thought it was gone, a vomit. Searching for my son, but I didn't go John Muhammad. So the devil's right here on this level white tears. Cause when rebels ready to fuck the heavy metal, I fear. Abomination, they've been faking, consecration, hating, wasting education. Got the killer on the killer, gotta chase him. Go! Oh,
сейчас посмотрели. Не знаю, у меня такое чувство от этой песни в плане того, что Ронни хочет все вот запихать вот эти в 3 минуты своей песни, вот выдать все по полной, там, не знаю, по 100-бальной шкале и все туда напихать. И ты сидишь и не понимаешь, что это сейчас было, что... Либо это круто звучит, либо это не круто звучит, либо это вот какая-то каша, вот так вот. Вот у меня вот сейчас вот такие эмоции, потому что я не понимаю, куда мне было смотреть. Либо на клип, либо сосредоточиться на песне. И вообще, что это? Вот одни вопросы, что, зачем и почему? Для чего это надо так делать? Не знаю, который раз уже он нам выдает такую музыку. Я не могу сказать, что это плохо, да? Но мне вот единственное, что в этой песне мне понравилось, это часть рэперская, в плане того, что вот где был рэпер в белом одеянии, я забыла, правда, как его зовут, в общем, меня поняли. Вот эта часть мне очень сильно понравилась. Понравилось, как по темпу там звучит, как мелодия там звучит. Прям все очень четенько это было. А вот когда Ронни, я не знаю, он прям вот так нам все выдает, и ты пытаешься понять что-то, хоть какое-то слово, но не получается. Не знаю, блин. Может быть, ему надо чуть-чуть темп сбавить и в музыке, и в своей читке, чтобы это звучало более чутка мелодичной, можно так сказать, чтобы это было не так, что я сижу, напрягаюсь и слушаю, что же там ты нам придумал, Ронни. Да, это звучит очень круто, не спорю, эффект вау есть, но, блин, хочется все-таки вот это все расслушать, и я немножечко расстроена, потому что я очень сильно надеюсь, что будет в клипе Александр Шоколай, что мы его увидим, но нам его представили в образе демона, и там кто заметил, если успели заметить, как его маска горит в лаве, вот, ну, я, правда, думала, что он будет в клипе, и как-то они это все обыграют, но они вот так решили сделать. Не знаю, с чем это связано, возможно, то, что группа не смогла, Саша, вернее, даже не смог быть на съемках. Но очень короткая часть, очень маленькая часть, я думала, хотя бы, ну, хоть чуть-чуть ему дадут побольше, песню как-то, ну, равно разделят, но вот здесь мне как-то немножечко грустно стало в этом плане, что... Так-то у них дуэт был очень крут, в плане того, что было видео, где Саша и Ронни вместе пели на одной сцене, так очень круто это звучало. Я здесь думала тоже, что вот как-то, ну, хотя бы побольше было бы, может быть, даже что-то можно было на русском спеть. Но, ну, это песня Ронни, как бы Falling in Reverse, понятно, что здесь Ронни будет главный, и тут он, как всегда, у нас... представил нам клип какой-то экшен, я даже не знаю, как это назвать, это вот каждый раз у него новый клип, это какой-то мини-фильм, «Переплюнь себя» называется, в плане того, что сделает круче то, что у него было в предыдущем. Ну, в общем, что в голове у Ронни Радки, мы не знаем, мы до сих пор не можем это понять, вот, ну, мне кажется, по крайней мере, пока он делает вот такую музыку, пока делал такие клипы, это всем заходит, это всем нравится. Вот, но хотелось бы, может быть, что-то не так сильно жестко в плане того, что вот по тексту все очень-очень плотно, по музыке очень-очень плотно, потому что смена вот этого темпа в одном, в 3-минутной музыке, это очень, да, сильно так напрягает слух и... пытаешься хоть что-то разобрать. Возможно, я послушаю, может, потом еще эту песню, и уже более-менее пойму, что там вообще происходит. Ну, первая реакция вот такая у меня. Ну, спецэффекты дают свое дело тоже. Ну, круто, да. Не надо здесь отрицать, что это как-то плохо. Нет, но это круто, да. Поставлю 10 за то, что там есть вот эта классная часть рэперская, и все. Ну, остальное прям вот как-то... Пока желание вот прям сейчас сразу сесть еще раз это переслушать у меня не возникает. Вот, поэтому я надеюсь, что чуть-чуть попозже я еще раз все послушаю и более-менее расслышу. Ну, в общем, вот такие были мои эмоции, вот такая была моя реакция. Я надеюсь, вы не обидитесь, что я не говорю здесь, тут Ронни самый великий артист на всем свете. Нет, для каждого есть свои какие-то артисты, которые нравятся вам больше. Но могу сразу сказать, что раньше, как Falling in Reverse звучало, я слушала, да, то есть у меня нет какого-то там
супер негативы к этой группе. Дальше я слушала. Сейчас вот для меня пока это тяжеловато в плане того, что, блин, очень-очень много всего в одной трехминутной песне, и как-то пока тяжко идет. Вот, может быть, я еще не доросла до Falling in Reverse именно в таком варианте. Ну, в общем, вот такие были мои эмоции. В общем, надеюсь, вам это понравилось. Может, вам не понравилось. Пишите все это в комментариях. Будет очень интересно почитать и узнать, как вы вообще относитесь сейчас к данный момент к творчеству Ронни и то, что сейчас он делает. Это будет интересно узнать. В общем, спасибо всем большое за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Это все очень важно для продвижения канала. Также подписывайтесь на социальные сети, ссылки в описании. И если хотите поддержать меня, то финансы-то в описании тоже есть, как это сделать. И подписывайтесь на Telegram, где я с вами общаюсь. Ну а с вами все в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай.